Это традиционная, уже третья по счету, встреча в регионе Восточной Европы и Центральной Азии. Кто на нее встречается? Кто приезжает на эту встречу? Игроки и сообщества геев и транслюдей, которые занимаются вопросами ВИЧ-инфекции. Региональная консультация – это способ обеспечить преемственность в нашей работе, преемственность в наших проектах, кадровую преемственность. Ведь кто-то, как не секрет, уходит из проекта в другие сферы, кто-то приходит. И консультация – это один из механизмов вовлечения новых людей в старые процессы. Это передача опыта, это передача квалификации, компетенции, это обмен и это, наверное, взаимное вдохновение. I definitely would be excited to come to the fourth consultation a year from now, in part because I think we're starting new projects and there's more support. I think the new funding from Elton John for the region is really exciting. It's going to empower people to do more, and I want to help see the results of that. Хочу сказать огромное спасибо ИКОМ и все партнеры ИКОМ за то, что так активно и плодотворно эта консультация состоялась здесь в Таллине в течение два дня. Я давно не был на такой очень искренней и очень плодотворной встрече, потому что здесь обсуждаются конкретно новые предложения, как спасти как можно больше жизни среди MSM и Trans Community.